Всем привет! Вы смотрите канал «Доступ в Абакане». Сегодня 5 сентября 2023 года. Мы находимся в Абакане, возле спорткомплекса имени Булакина. И мы на фестивале «Русское лето». Скоро все начнется. Вон, ребята-волонтеры, давайте подойдем к ним, спросим, что за мероприятие сегодня. Девчонки, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что здесь сегодня происходит? Сегодня у нас фестиваль «Русское лето». Это очень масштабное мероприятие. Можно сказать, второй день города. Сейчас посмотрим. А кто будет выступать? Будет Газманов, Надежда Ангарская, Олег Газманов. Различные коллективы со всей Хакасии. Угу. Вот я смотрю, тут еще ребята какие-то готовятся. Это тоже в программе? Да, это тоже будет отдельное выступление. Ну, мы сейчас все очень ждем с нетерпением. Ну супер, спасибо. Может, еще что-нибудь хотите сказать? Хотим сказать, что очень рады, что мы волонтерами принимаем участие в этом мероприятии, вносим свой какой-то вклад. Это очень здорово, когда мы помогаем не только своему городу, но еще и плюсом для себя. Супер, спасибо большое. На наш фестиваль «Русское лето за Россию». Россия – самая большая страна. Нас почти 150 миллионов. Россия – это мы с вами. Наша земля раскинулась от Балтики до Тихого океана, от Южных морей до арктических льдов. Наши друзья из Народного фронта приготовили для вас интерактивные кабины. Своих не бросаем. Вот там она находится. Зеленая такая кабина с белым, на ней написано «Народный фронт». В ней вы можете записать слова поддержки, пожелания, послания нашим бойцам, которые сейчас там, за ленточкой, ведут самую сложную работу в мире. Они нуждаются в вашей поддержке. Ребята, я решил тоже откликнуться на призыв туда, и дать привет болеть, нашим ребятам, конечно, которые сейчас на СВО. Итак, наступил вечер, и мы снова пришли на мероприятие «Русское лето», фестиваль. Выступает группа «Штопор». Нас слышно, все хорошо. Народу стало заметно больше. Необъятной родине, к нашей стране, имя которой Россия, друзья! Раз, два, три, четыре. Вы готовы? Народный артист Российской Федерации Олег Газманов и группа «Эскадрон». Привет, друзья, добрый вечер! Для меня большая честь и, между прочим, огромное удовольствие вот быть сегодня с вами, отражаться в ваших глазах, делать то, что у меня лучше всего получается, просто петь и сочинять. Как вы, что вы хотите сегодня, чтобы было что? Петь будем? Да! Я почему спрашиваю, потому что я много песен сочинял, все что угодно могу петь. Если будем петь, сейчас попробую одну песню спеть и понять, знаете ли вы мои песни и будете ли подпевать. Если не будете петь, тоже ничего страшного. У меня много разных баллад. Ну что, поехали, да? Кстати, вот там, где громче поют и больше там шумят, туда, естественно, артисты стремятся, в ту сторону. Поэтому давайте, просто так не стойте. Своих, он тебя согрел.
теперь он спутанный стоит, занесенный хлыст над ним дрожит. Разорвать ремни не хватает сил, корму что железный запустил. Мы, как и прежде, будем вместе навсегда.